Ну, допустим, первая комната здесь. Один или два, четыре? А, 9-3. Наоборот, 9-13. Память, а? Легкое кистевое движение. Сильно не бьем. Илья, дальше отходите. Без паузы стараемся. Прыгнули, ударили. Да, не разворачиваешь плечи совсем. Локоть не за мячом, локоть в стороне. И дальше даем. 2-1, да? Ой, 2-0. Саня. Так, постарайтесь, стоп. Старайтесь забыть то, что вы делали до этого. Еще раз. Нам нужно выше. Я ближе к себе, Артем. А где мяч? Куда? Хорошо, стараемся вверх прыгнуть и вперед. Опа. Там, наверное, вылетел или где? Как только прыгнули. Вот это положение проконтролируйте сразу после прыгания, проконтролируйте вот это. Принято. Вот оно! Высокий, еще! Вот оно! Высокий, еще! Высокий, еще!
вчера. Лена, ты считаешь, Дэн? Дэн, ты считаешь? Я считаю. Просто дай один, ребят. Здесь, здесь. На гриш. Спасибо, здесь, здесь, Заберу. Играй. Саня. Давай, работай. 5-1. Саня. Выбей тебя. Давай. И вот это движение. Саня. Плохая кадрея. Надо запомнить. Правильно? Нет, давай пакет. Привыкли. Приходите. В каком тайминге? 7-8. Так? Значит, вам нужно прийти пораньше, чтобы успеть сделать это и это. Да? Вам нужно еще руку вернуть сюда, в бат, где раз, два. И вы в том же месте должны коснуться мяча. Когда вы поздно приходите, вам придется лифтить. Саня, брат! Вау, Денвер! Вот это база! Да, вы это понимаете? Вам это... Вот как вам такое? Это снова же не база, ё! Это было очень крейси. Было очень крейси. Да, то есть я полностью сделал движение. Вернул руку слишком рано. Там дорогу встать. Да, кому поможет в середину и попадаемся в основном. 4-7, да? Хорошо. Да. Конфета! Давай, хочешь?
раз, два. Раз, два. И считайте, вы прыгаете. Раз, два, два. Даже с места, когда вы делаете. То же самое. Раз, раз, два. Давай, вот получается, получается, половинка. Все, забирайте. Когда а какая ошибка, хоть скажите, что Дэн передернул? Там 6-2 дал такой. Да, да, да. 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 Да, 6-3.